Ну что, создать А, вылазку. вот, закрытый лу... Все, нашел, нашел, Все, нашел. нашел, да? Ну, все, готов. Хотя я закрытое лобби создал, хз. Клуб по интересам. Если, блин, сейчас нас кинет какому-то пацану еще раз. Не с самого начала, да? То это будет обидно. Ну Ну нет. да. Теперь я, да? По очереди. Я буду писать негативный отзыв на данную игру. А, нет, все нормально, с самого начала. Смотрим. Они меня пытают. Да. Так что, смотрим или пропускаем? Смотрим, смотрим. Кстати, тебя показывают с усиками. Да, лысого. Никогда такого не было, но вот опять. Ты что, типа этот сатанист, да? Не угадал? Ну, видишь, я с демонами борюсь. Во славу. Когда там уже Константин 2 выйдет? Там с Киянкой договорятся. И тут пришли четверо. И он такой: а, я вас воскресил. Поняли, с кем вы играете? Да вообще капец. Я медик. Это вообще твоя роль, Кикс. И фокусник. Опа! Ох, Америка сектантами полнится. Это Он вообще-то DLC-шная миссия. итальянец. Кто? Дэн? Да. Это Почему? итальянец. А, кстати, у него вон значок флаг Италии. Да. Это... Пиза итальяно мазарелла. Да, у него просто куртка такая, ничего не знаю. Свет ведет нас. Мигусто, мигусто. Я за Джима. Что там, биологическая опасность? Держимый 25 на 3 единицы за совершенное убийство, безопасность. Все. Ага, окей, проехали. Карты помех, давайте. Рощица или биологическая опасность? Ой, я не шарю. А, ну это все, ладно. Все, что у нас будет. Ага. Давайте подсоединяйтесь. Так, а что происходит? А, выберите свои карты. Вот это Это там и вот это. дополнительно есть. О. Винтовочки. А тут ничего интересного нет. Что там у нас? Вот так вот сделаем, и... подожди. Так, там вы не подбирайте. Я готов. А вы готовы? Нет еще. Так, сейчас. Ага, что-то нам сразу же куча оружия накидали, да? Ну, на то это и рекрут. Там уже зомбаки, если что. Да, уже сзади там. Ладно, сейчас. Уже нету. Впереди. Что ты меня так путаешь? Прикольно. Сидишь и за дверки отстреливаешь. Ну, классический Left 4 Dead. Ну, чисто. Готово? Готово, пошли. Да. Let's roll. Пошла жара. Бля, что, говно, потекло говно по трубу. Ай, блин.
Я уже потек. Ярик, Ярик, бочок потик. А это ты? Да. Чисто по своему отстрелил молоток. Впереди бронированная говнище. Ладно, ее уже готов. Спасибо за огонь. Огоньку найдется, да? Огоньку не найдется, думаю. Опа! Ну ты на фугу. Это как рассказывал один известный, получается, переводчик фильмов рассказывал. А подходит мужик. Я уж не помню этот анекдот, кстати. Да, не вспомню. Надо его включать. Рассказал анекдот, да. Да. Полетели дальше. Я немножко задержался, извините. Давай здесь. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Ага. Ящик открываю, прикройте. Да я бы с удовольствием, только я в другом месте вообще. Есть патроны? У меня патроны есть, если надо. А, я ку... Есть дробовик, если надо, ребята. У меня патронаж с собой, если надо. Так, я взял сумку с полезным хабаром. Хотя можно его здесь где-то скинуть, но потом. Так, ладно, я опускаю лифт тогда. Опускай. Так, нужно в какую-то... Мясо. Смешная нарезка детей. Ладно. Плохо. Это разрыв. Помехи на шкафе. Так, короче. Надо в какую-то дверь. Боже, да. Пошлите, пойдемте все вместе. Так, сейчас. Нет, правда, свет надо выключить. Знаете, GPS на корабль. GPS. Погнали искать. Чего, куда? Сюда. Погнали. Давай за нами. Жердяй. Блин, ну вы дошли. Он просто одного то убивает. Кто в кого? Ну, этот вот из-за того, что, короче, добро пожаловать. О, мне тут винтовочки всякие. Ай-яй! Ох ты ж, бегу. Не-не-не. Блин. Знаю. Нормально все. Все в порядке. Блин, кто придумал? У меня офигенная комбинация дробовика и снайперского прицела. Да, Хикс отключился. Чей ты он? Не знаю. Сейчас, социальные связи. У нас тут громило. Алло, алло, вы меня слышите? Да, слышим. У меня интернет что-то отвалился. Так вам сейчас присоединиться смогу? Можешь. Ну, вроде как. Что-то.
Так, 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 нам что-то найти нужно. Да, вот надо эту, найти. Вот эту хрень какую-то. Ресторан. Так, да. Интересно, главное, я вас слышу, что происходит, а вы меня нет. Остаточная. Да не говори, жесть какая-то. Ага. А как мне к вам присоединиться? Ну, сейчас, подожди. Присоединиться. А ты зашел в игру? Да, я... сейчас играть онлайн, нажал присоединиться к вам, а что-то ничего не происходит. Эй. Так, ребята. Ой-ой, кто там? Кто там? Кто там? Разрушитель. Что это там? Где? Эй. Да, знаю. Хикс, что-то ты как-то вовремя подошел, да? Ну прям вообще шесть F. Вовремя. И не только говори. Бегай нафиг оттуда. Только зареспавнился и раз. Бей по этим, по синим зонам. Ну не по синим, а по вот этим. Я понял, я. Красным, да? Мова. Ты что, дальтоник не можешь? Ну, я, короче, не... Ну что ты дробовик-то выбросил, хорошая штука. А так мне дали еще один. А, нет. Погнали обратно в этот. А вы подобрали все, что нужно? Да, да, подобрали. Ну, хорошо. А ты что-то тут... Ой, тут еще один ящичек. Так. Опа, 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 опа. Что-то я запутался, где... Ящичек. Так, 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 так. GPS есть. А вы еще тут, да? Сейчас. Меня бот прикрывает. Ай. Хорошо, что у меня есть карта, которая позволяет самому вырываться из этой хрени. Тут аптечка, кстати, лежит. Я ее съем, можно? Или вам нужна кому-то? Да, бери, бери, бери. Кучи, дорогой. О. Да. Ну, лично мне аптечка не нужна. О чем мы разобрались-то? Да? Marine Motors, что-то там. Че, куда идем дальше? В прокат каноэ? Это да, про каноэ. На каноэке идем. Хикс, что-то там. Все такие грязные, как... Не говори. Так, все, понесли обратно. Кого ты там привлек? Блин, у кача какого-то. Ой. Ой, 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 ой. Кто-то стукача уработал неправильно немного. Походу. А я даже не знал, что тут стукачи есть. Эти ребята, они просто орду сразу вызывают. Mm-hmm. Это типа, короче, как в GTFO это, да, волосатая? Скаут. Да, волосатая. Волосатая головка, блин. Всех... оповещает всех ловко. Сорян, сорян, я просто не знал, что тут такие есть. Бери боеприпасы. А, ну, значит, хорошо, чтобы на реку вроде проходим. Я, по-моему, тоже на ветеране пытался. Знаешь, из разряда так. Ну я же играл. А, нет, ни хрена. Так, нам сюда. Точно сюда. Точно сюда. Давайте, давайте. Это там другие запчасти. Нам эти нужно сдать. Мне надо было что-то тоже взять, да? Я просто, честно говоря, не все вообще, что происходит. Понятное дело. Так, куда мне? Боеприпасы на турели, они наверху. Вот.
Да, все, супер. Ага. Че, пойдемте дальше. Палуба и почти. Осталось, короче, топливо. Ага. Опа, руда пошла. Так, 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 куда нам идти? А вот. Знаете, что я сделаю? А мне попадешь, да? Да. Ай, блин. Что-то я как-то неудачно поставил. Рощица где-то рядом. О, тут автоматический дробовик кому-то нужен. Не, это джекхаммер. Да. Это ну, не джекхаммер, по-моему. Какой-то А12, что ли, я не помню. Ну да. Короче, пойдемте в Marine Motors. Space Marine так, Motors. Так, ребят, подождите буквально пару сек. Сейчас. Так, так. Я дверь закрыл просто. Закрой за собой дверь. Куда попал? А, вон он, да. Ага. Сзади, сзади, сбоку, сбоку. В смысле, сбоку. Сбоку, сбоку заходи. Обходи, обходи эту шелуху. Ой. Ну, ловите гранату. I need help, guys. Бен, I need help, да? Я там на лестнице бросил инструмент. Ай, блин. Помогите, пожалуйста. Так вот тут его забрали, нет? Да-да-да, я там бросил на лестнице, говорю. Тут, тут просто ящики. Интересно глянуть, что есть. О, патрончики. Это кому надо. Лутаем немножечко. Не отказался. Так, чего вы хотите? Куда вы дальше идете? Да я тут исследую просто, что тут есть. Блин. Сам себе здоровье гублю. Ладно, нормально. Сейчас у меня аптечка есть. Да блин, да что ж я на всех этих... Где? Какая? На стене вот висит аптечка тут. А, слушайте, я нашел выход в эту самую, в жопу мира. Кому-то интересно? Просто непонятно, что ты нашел. Ну тут можно сократить путь через пещеру. Ай-яй-яй, кто там меня? Ладно, пошли отсюда нафиг. Полечиться. Вы полечитесь, ребята. А, кстати, один раз бесплатно же можно, да? Да-да-да. Полетели? Господа товарищи, идите сюда. Че, в пещеру пойдем? Хочешь в пещеру бегать? А я не знаю, что. Ну смотри, тут получается, если ты заходишь в пещеру, то эта миссия текущая отменяется. И ты... А, ехарного. Это как бы другая миссия, которую можно... Которую можно перейти здесь? Да. Ну там через... пещеру полную кишок и зомби.
need some spit and tape won't fix. Eh, better than nothing. Мне так не очень нравятся эти пещерные миссии. Честно говоря. Да я птицу топлива донес. Где бот-то? Нет. А бота там жрут. Че там ж бота? Давай донесу. Приковай. Ну давай, хорошо. Тю-дю-дю-дю-дюм. Пустота. Никого нету. Ура, победа. Охренеть, бот, блин. Я его пошел спас в жопе мира, а он телепортировался к вам. Отлично. Я тут один теперь. Готово. Все, поехали отсюда. Мы почти поехали. Найду тебе волыну. Реальную, конкретную. Сейчас будет 30 секунд. Отходите. Ребят, к кораблю. Ха-ха-ха-ха. А вот ты где, тварь. О, какие мы успешные ребята. Ура, победа. Да. Да, успех это про нас. Да, успешный успех. Недержимых убито 236. Вот, какой-то сумку притащить. Здесь так статистика пишется в конце, да, чтобы никому обидно не было. Да-да. Как бы, может, убил ты и мало, зато урона нанес, какая цифра большая. А вот тебя какой урон, подожди. А где тут посмотреть-то, я даже не знаю. Габую. Ну вот там же было. Она... Там что-то было написано, 1100 что ли урона нанесено. 25 тысяч. Типа хоть чем-то. По это самое. Похвастайся. Пижамная вечеринка, своих не бросаем. Это карта помех. Гниющие потери выносливости и эффективности, ё-моё. Это тот самый корабль, ребята. Ага, старуха одержимая. Метальщица одержимая, кромсатель, ядрик Мадрид. Ожидание игроков, хитс. Давайте закупимся тут. Чем-то полезным. Блин, у меня снайпер. У меня снайперский прицел на дробовике. Представляете, Цимис? Ситуации. Так, сейчас я денежку кину. Так, денежку тоже, у меня много. Купите там на команду что-нибудь хорошее. Да я купил. Нет, не знаю. Так. Я тоже скинул. Денег. Вон, 2000. Что-нибудь хорошее. Там командный эффект там какой-нибудь, улучшение команды. Давайте. Здоровье команды купим и боеприпасы для команды. Супер. Так, что тут вы накидали? Всякая фигня. Все, 3, 2, 1, тут вернет. Тут живет в Гондурасе. О, снайпера. Все, пойдем. О, что за фигня? О, фигня. Фига себе. Что еще за снайпера? А это культисты местные. Которые... Ай... А, блин! Это у нас бабло. Баблище. Баблище. А, так, блин. Тут ничего нет.
Нет, пулемет это вещь. Ну, да, вот. Да, пули классные вообще. Только патроны жрет много. Быстро. Как обычно. Но патроны это пофиг у меня. О. А че, скинул? Непонятно. Электрошокер. Так, че вы тут? Ты где там? Да я тут из здания выбраться не могу. Обшариваю. Понятно. Вот интересно, культисты они получаются типа как зомби, просто вооруженные. Да, они типа. Я так понял, что они как-то умудрились стать зомби, но полуразумными. Ну, типа сохранили рассудок. Да. Да боже, Хикс. У них хп снес больше, чем зомби. Я по тебе попал, что ли, много раз? А, раза 4. То есть есть прикольная карта, когда ты садишься на карты и... Ребят, смотрите. По своим не бьешь. Friendly Fire отключается, так сказать. Мне же сказал, смотрите, Пол. Кто он? Так ты смотри. Я как раз таки смотрел. Я тоже вроде, да. Так, Шталкеридзе. Слушайте, а я мастер зачистки без звука. Без звука? Ага. Так, я тут нашел дробовик и ящик какой-то, еще непонятно, что там. О, пистолет, Desert Eagle, берета. И пустой шотган. Ну, шотган пустой. Ну, в смысле, пустой и без навесов. Ну, так это самое... Ай, ой, ой, да. АБС тормозит. Что у тебя тормозит? АБС? Да, АБС тормозит, да. Вроде игра летает нормально, а АБС, смотрю, это пропускает кадры. Может, вот вы... ГТФО, знаешь, когда процессорную эту включаешь? Да-да-да. Поддержку. Ну, где-то там. Вот да. Просто толпа была. Добрый день. Хотя. Подпишите. О, а я тебя знаю. Тут, кстати, карта, если кому надо. Это там покупная вроде. Да. Покупная. Ну посмотрите, если хорошую, то берите. Если есть. Это про этот про выведение союзника из строя. Но у нас сейчас пока что никто на этом. А, кстати, у меня хилок. Ну, из разряда. У тебя нету хилок вообще, тебе подлечить? Вон бинт есть, кому надо. Бинт, если чё, то... У меня аптечка есть, давайте подлечу. Да нормально, бинтом сейчас нормально. Песня. Всё нормально. Полетели. Кто там? О, снайпера. Ты прямо Рэмбо? Сейчас попаду. Ты как пирожок с луком и с яйцами. Ну типа. Где еще зомби? Дайте мне. Give me more. Give me more.
Эй. О, еще одна пещера. Кто тебя жрет? Я подожди. Сейчас, сейчас. Упал. Хотел гранату под себя кинуть, пожертвовать, так сказать. Зачем? Бессмысленная жертва. Ага. Занят. Еще будет. Спасибо. Ой, пардоньте. О, зато тут. Что происходит вообще? Жесть какая-то. На второй этаж идите. Да у меня не буду успеть. Ну, все отлично, видите, как. Вот. Перезаряжаюсь. Тут бинт есть. Ой, сумочка есть. Домой. О, бесплатная карта. Домой. Мы... О! Что-то нашел интересное, да? Аптечка. Да. Аптечка. Ребята, я Байрот, короче, нашел. Бери эту. Ага. Забирайся. Пулемет. Вперед. Да? Пулеметик тут... заберите. Сейчас посмотрим, что там у тебя есть. Ой, какой прицел у тебя большой. А у меня хорошая такая винтовка. Симпатичка. Снайпер. Ну ладно, смотри сам. Так, чё на... Даже не перезарядил. Что ж такое ты? Все для вас. А тут скар есть, кстати говоря. Ну, карта активирована. Удачи. А кто-то... Не, скар мне в этой игре не понравился. Обычно скар это мое самое любимое оружие, но... Почему-то не в этой игре. Ага. У меня даже в жизни страйкбольный скар был, я фанат скары вообще. А, ну она ваншотит, получается, абсолютно любого персонажа. Только Элки, а здесь походу Аш. Ребят, если будет, короче, какой-нибудь сверхсильный противник, говорите, я его там ваншотю. Да, конечно. Ты его кортиком запоришь, да? Конечно. А, у меня чел просто встал. Позу Т. Так, тут какие-то фишки есть. Так, что там, банка с... Бинты всякие нужны? Так. Вот бинты бы понадобились. Ну, Хикс, что ты там? Вот. И... А я в машину попал случайно. Да, не надо грабить машину. Да я хотел эту рощицу или как она там убить. За ней машина оказалась. Блин, давайте отойдем. А то тут что-то непонятно. О, кстати, здесь аптечка. Ну я. У тебя лечь можно? Ничего. Лечусь. Не то чтобы дико нужно, но. Не говори. Три х... нам, ребята, если хотите. 3 хп это 3 хп. Блин, ну это. Эй. Блин, бесит, что здесь не включается фонарик. Ну. По заказу, скажем так. Не то, что доктор. Да не грабил я эту машину. Поклёб всё. Это потому что я белый?
Это потому что я черный. Если рядом со мной начнет срабатывать сигнализатор на автомобиле, это потому что я черный, да? Конечно. Успех, успешный успех. Держим. Угу. Опять мне урон пишут, 13777. Просроченная граната, спасибо. Просроченная? Я, скорее всего, с вами абсолютно все в пятом акте не успею пройти. Я сейчас третий пойду домыться, потому что время уже позднее. Ну вот, блин, а. А сессию закрытую, главное, сделал. Ну да, вообще как-то так. А что, завтра не можете? Вечером? Ну ты просто... Я специально выбирал там поменьше, знаешь, это да. А тут мне такое... Ладно. Сорян. Да ладно, там один... Так, сейчас. Так, у меня тут какая-то херня. Давайте на команду что-нибудь купим. Бейс инженеров. Я купил выносливость. Я здоровье куплю. Я боеприпасы могу купить. Купить? Ой. О, тут лук. Я знаю, там. Если интересно, отходим. Какой-нибудь. Что происходит? Пипец происходит. Пенсионеров угнетает. Ребят, кто может вещмешок отнести? Какой вещмешок? Весь мешок лежит он для миссии. Давай я возьму. Я так. Не смогу. Он не для миссии, он для этого самого. Для вещичек. Вот. У меня просто два патронажа с собой. Жалко выкидывать. У меня этот набор для вскрытия замков. Интересно. Тут где-то в другом месте. А все-таки сюда надо идти. Фу, фиолетовый гир. Ура, победа. Угу. А куда дальше? Наверх. Пойдем, те, товарищи. Не хватает еще в этой игре возможности выглядывать из-за угла. Да, кстати, как в CG, например, или Таркове. Так, мы отсюда пришли. Дальше. А, там тоже еще нужно взорвать что-то. Добро пожаловать. Welcome. Набор инструментов. Так, что там у нас? Патронтаж. Нет, я...
дальше вперед. Идем дальше. Добрый вечер. И снова здравствуйте. Ой. Нам вниз надо, да? Походу. Тихо, стой, не стреляй, не стреляй. Ай. Тут еще это самое. Че? Кого-то освободить надо. Я думаю. Ага, вот да. Там. Ну что ж ты не смотришь под ноги? Да это мы слабаком смотрим. Под ноги смотрят только слабаки. А ее можно убить? Попробуй. Валите от меня. Там все собрали, да? Ай! Хрен, что ты кинул. В тюрьму, да? В турма. Домой. О, карточка. Так, 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 так. Так, как-то надо сориентироваться. Куда бежать? Вниз. Мы еще не всех этот, слышишь? Мы еще не всех заключенных, видать, освободили. Ага. Пошли наверх. Где, где, где? А здесь можно финишить? О, смотрите. Пулеметик нашел какой-то эпичный. Так, как было. Че там? Где? А, нашел? Чего? Карта? Да, я подобрал. Не, не карта там. Кого-то не освободили. Остался еще один, кого мы не освободили. Вот, нашел. Все? Супер. Вон там двери же. Только пришел, посмотрел на меня, что я лежу. Так, тут ящики. Я все понимаю, но нифига себе, вы далеко ушли. Так, лаш лежит.
Thanks. Оружие. Ну как ты думаешь, что снова? Нагонит. Блин, я походу зря патронаж с собой взял, да? Столько. Нет, в смысле, патронов. У меня костарь патронов на пистолет, ты о чем? Давайте. То же самое. Заходите все. В прошлый раз, когда играли, у нас была ситуация, когда патронов нам вообще не хватало. О. Куда меня вообще? А это ты? Ломайте ему лицо. Ой, да. Да, you piece of shit. Слушай, на высоком уровне сложности мы бы немножечко всусло. Ну, мы пока вообще не понимаем, куда бежать, что делать. Поэтому нормально все. Да я рот манну. Так, нам сюда. Нам сюда. Давайте идемте дальше. Побежали, побежали. Тирик, 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 тирик. Какое страшное место, а? Какие-то люди мертвые. Очень страшное место, мне оно так нравится. Напоминает чем-то Урюпинск. Хикс, пошли. И точно такие же солевые? Точно нет. Не, не стреляй, вон. Да завали хлебальник, а? Уже всех убили. Попали, попали, сволочи! Блин, ты грязная, как свинья. Тебя не отличить от зомбаря. А? Давай. Я считаю, это успех. Успешный успех. Да. Урон по врагам больше всех. Смотри, еще часик и мы пройдем. На-на-на-на-на. Та-та-ра-та-та-та. Демон по имени Медведь не только обеспечил ему спасение,
но и принес с собой абсолютное смирение. Вышеземцу не надо было больше бороться с холодом, чтобы остаться в сознании, или с болью, чтобы остаться в живых. Он расслабился и погрузился в забвение, словно обломок скалы в безмятежную тишину замерзающего моря. Его терзала боль. Она окружила его со всех сторон снежной бурей, такой жестокой, такой мощной яростью, что он видел это, видел даже ослеплённым глазом. Боль бушевала еще долго после того, как боль отступила. Не знаю, я сразу на капу нажал. Сейчас. Так, что там у нас? Прицел с большим увеличением, нахер нужен? Это нормально? У нас, кстати, ХП практически нету, ребят. Это потому, что нам надо полечиться. Да. А, кстати, можно полечиться в этом самом. А, прямо здесь вот. В сундуке. Прямо в ящике. Так, прямо в ящике. Сколько она стоит? О, 850 ядрит Мадрид, надо было. Я так, купил денежки нужны кому-нибудь? Мне 56 этих. Сейчас, подожди. Я могу скинуть денежки, надо? Вот, держи. А, денежки? А, ну иди купи что-нибудь. Купи что-нибудь. Все. У меня аптечка, два патронажа. О, хорошо, спасибо. Патронташа или как правильно сказать. Есть деньги? Деньги есть? А если найду? Деньги. А если найду? Спасибо. Так. Ну ты прям гоп-стоп. Гоп-стоп, мы пошли из-за угла. Вот. А, уменьшает расстояние, на котором враги реагируют с любого на 100%. Увеличивает урона на него и ничего не подозревающего на 75%. Без сами мучу. Почему? У меня, видите, какая херня? У меня теперь дробовик с этим самым. Со снайперским прицелом опять. Какая херня. Уже второй раз. Ладно, пойдемте. Профессиональный охотник на уток, да? Типа того. Let's roll. Поспешил я, короче, поменять прицел. Так и хочется подсечку делать, а? Да, после Youngblood'а особенно. Но я так понимаю, что это батлфилдовская фича какая-то. Что именно? Ну, когда ты бежишь и подсечку делаешь. Кстати, в Джост Риконе тоже было так. Голос Риконе, точнее. Можно подсечку делать? Ну и в, ну типа бежишь и такая подсечка идет. Ну как бы на жопе скользишь. Ну я понял, это подкат называется. Да, точно, подкат. Вот. И это в Dark Tide тоже заимплементили, хотя там это, конечно, все равно выглядит по-странному. Но тем не менее. Так, как лук нужен кому-нибудь? К этому привыкаешь и думаешь так, дайте нам такую же хрень. Где вагон? Бери динамит. Его внутри вагона устанавливать. Вагонетку, точнее. Голубой вагон бежит, качается. Качается. От него хорошего не жди. Ой, это не то. А что там, продолжение? Да. А, это там, это просто есть про ядерный фугас летит, качается. Я что-то перепутал немного. Да? Да. А куда нести этот динамит? Не знаю. Наполните вагонет. А, наверное, к ней прибежать и что-то там нажать. Это же не Youngblood, я все ящики пытаюсь деревянные сломать. Хе-хе-хе, да. Так. А вон сзади. Все, поехали, отправляйте меня. А где еще один ящик? А, там где-то. Ящик. Да будет мясо, да будет мясо. Да будет мясо крепкое. А, песенки для молодых. И не очень. Есть ящик гексогена, кому нужен. Ой, там смотрите, какой замечательный товарищ.
эксогенчиком балуешься, да? Ага, сахарочка. Все, понеслась. Желтый кристалл, приди на помощь. Сегодня комиксы, я прям поржал. А наркоманы. Желтый кристалл, я вызываю тебя. Ящичек с аптечкой. Кому-то нужны бинты? Да. Еще бинты. Хикс, иди подлечись. Нет, у меня аптечка. Да не, просто подлечись. Ичук, ну я себе заберу. Держи аптечку. А, это ты. Ой, мне что-то не нравится этот звук. Да-да-да. Интересно, я могу скинуть? Рано ускорилась. Так, сейчас, подожди. Блин, жалко, я не могу скинуть. Где? Так, тут дробовичок есть, из команды интересно. Ой. Уже нету. Нам надо пути восстановить. Тут мачете есть. Угу. Так. Так, а шпалы где взять? А вот она. Тут вот. Рельсы, шпалы. Есть контакт. Так, а что у нас тут за херня? Нет, нет херня. Никто не балуется холодным оружием? Нет. 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 Особой страсти нет. Ой, я пошел отсюда. Блин, чего вы такие грязные, как свиньи? Я сейчас взорву все нахрен. Аллах. Во имя Корна. Поднять ворота, если что. Ну или кто там у них за шахидов ответственен. Нургл. Кстати, не знаю. Я не отвечаю за себя. Внимание, викторина. Мы поедем так, куда? Ладно, прямо или налево? Налево, дальше, право. На юг. Ой, тут надо этих самых снайперов. Для этого у меня снайперка есть. Смотри, какой-то, а? Со снайперами по-снайперски жить. Ага, да. Ой, вы там мне помогите, потом как получится. Ну вот, люди не помогли. Искусственный идиот помог. Молодец. Слава богу машине. Слава амнисии.
в ногу забрал его. Так, у нас тут оружие есть. Блин, хотел вспомнить смешную фразу из Вархаммера, но ничего не вспомнилось. Потому что император не смешной. Да. Император защитит. Да, там. У всех с оружием все хорошо, да? Да. Это хорошо. Так, что у нас тут есть интересное? Ничего. Так, растяжка. У кого растяжка? Сейчас я как скажу, что... Эй. Так, что-то я потерялся. Где вы там шляетесь? Химан тут народа. А, вот, нашел, тут доски. Золото. А есть у кого место взять ящик, этот, как его, сундук? Сундук? Да, всегда есть. Чемодан. Чемодан? А кто его забрал? Вот что ли? Кто там пропал? А я возьму. Ребят, это ремонт путей требуется. Ой, блин, надо было вот эту брать. Прикольная штука. А, ой. Бесконечно боеприпас. Help me, please. Так, а набор инструментов тут еще валяется. А ты где там? Так, бежим. А ты где вообще считаешь? Внизу. Внизу? Внизу это в каком низу? Внизу это вот вниз беги, вниз спуститесь, вниз. Да блин, непонятно. Как вы обратно приходили, вот. А, ну вот, разбирается, молодец. Я тут сначала по мне пострелял, правда, два раза, но не суть. Но я думал, тебя кто-то держит. А правда, что туда. Туда невидимых наблюдателей, правильно. Так, пойду я эти тогда заберу. Так, а набор инструментов-то не пригодится, а тут я нашел. А, пригодится. Да, тут, кстати, дверь была где-то. Есть у кого место? Сейчас возьму. Тут дверь где-то была. Мне просто два патронтажа, мне жалко их выкидывать. Давай сумку для инструментов, я просто. Ты где там нашел ее? А где они вообще? Вот, лежали здесь. О, а, и, наверное, бот взял. А как с ней переговорить, чтобы она отдала-то, а? Там. Блин, он и сумку забрал, и этот забрал. Козлина. А так, ну может на нее просто тыкнуть надо? Да, кстати, может попробовать. И он такой, о, надо открыть. Сейчас ты... Начальника сказала открыть. Начальника сказала открыть. Так, и что там? Запускать дальше надо? А, теперь я упал. Блин, ну ты... А, мне бот помогает. Молодец, бот, смотри какой, а. Так, что делать надо? Разве же... Починили все, что нужно? Вот там дверка. Где вы там шляетесь, непонятно. Вот дурын, да? Как ей теперь сказать? Ну, открыл. Так. О, сообразила. Смотри-ка, а. О, аптечечка, смотрите. Лови аптечечку. Экспансивные патроны, а я возьму. Gift from above. Я взорвал. О. И только писюны по стенам. Чё? Да этот лучник взорвался. Тут и только писюны по стенам. Это местный фольклор. И они в кусах. А, я хочу покататься на... Покатай меня, большая черепаха. Это там что-то там пищит, смотри. Что такое? Что происходит? Непонятно. Давай, открывайся, сезам. Сесами, open up.
трупы просто висят и не дергаются. Очень бесит, знаешь, развесят, а они без физики. Никакого фана в этом нет. А у нас тут, кстати, дырка в пещере, если хотите. Вот в этот. Ну, я говорю, я не особо фанат. По мне гораздо интереснее вначале пройти основную кампанию, а там уже разобраться. Кто-то гранату кинул, что ли, не пойму. Если сомневаешься, не лезь в эту дырку. Да. Так, что-то тоже починить что-то надо, да? Большой магазин спорт. Ну да, починить надо. Где тут? Материалы нужны. Материалы, блин. Материалы нынче дорогие, знаете ли, ребята. Они материалы. Спортивный приклад. Да. Нашел ты. Здоровяк. Это что, большой магазин? Не, ничего не надо, вам у вас что-то надо там. Спасибо. Так, 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 где тут это материал? А вот там нашли. Еще, конечно, больше. Жестко прыгнул. Кто? Кто куда прыгнул? Если надо. Лечиться. Значит, у вас приклад. Экспансивный патрон. Мне не интересно. Мне интересно. Давай, открывайся, сезам. Ах, да. Пошел отсчет. Да, какая сложная орда. Ну, мы на этом самом. Все, ребята, отходим. Отходим, отходим. Бывали времена почище, как перед классики. Установка взрывчатки. 8 секунд! Пиздуем отсюда. 8 секунд еще. А я... До полного свиздеца. Побежали. Побежали, побежали. Электрошокер. Вот эти вот сувенир надо подбирать. Я не знаю, для чего они нужны, но... Хотя бы хик, давай, заходи в комнату. Подожди, какой нахер электрошокер? Мне не нужен. А чё берёшь всякую гадость? Что ты как маленький? Увидел, берёшь. Я хотел шокером побаловаться, посмотреть, испугаются ли собаки. Ах, ты собак любишь? Я люблю собак, всегда готов. Вам тоже мешок дали? Нет, у меня карта очищающая. Карта очищающая. А, карту, есть... короче, какую-то дали. Там каждому по-разному дают. Нет, я про то, что за мешок карту какую-то дали. Да? Ага. Ну да. 5-5, где кишат дьявол? Эль Диабло. Как это страшно. Сирепый гной метатель. Одержимый. Почти во всем районе отключено электричество. Только сигнализация аварийных дверей остаются активными. Пипец. Босс какой-то. Спринтеры, бегуны с броней. Свирепые верзилы. Свирепые метальщики. Нормально. Че там? Короче, я больше патронажник. Патронаж никогда в жизни покупать не буду. Ну хрен ли я два с собой таскаю уже всю игру. Понятно. Так.
Ну чё, надо брать что-нибудь выносливость команды, я беру. Так, и у меня еще 70 копеек остается, отдаю. Давай. Кому-то патроны нужны? Так, что взять? Улучшение поддержки команды или эффективность? Я поддержку думаю... возьму. Ну. А, что хочешь. Ну, улучшает количество всех бинтов, можно было бы, в принципе. Ну ладно, пофиг. Так, здоровье команды. Нам надо босс. Ну ладно, неважно, пофиг. Пошли. Пошли. Ой, просто ногу оторвало человеку. Да блин, Хикс. У меня аж параллакс эффект случился. Да, у меня. Ну босс, потому что рядом, скорее всего. Подождите, ребят, сейчас. Что у тебя? Байер там 95 и дробовик. Кому надо что? Где тут два снайпера? Дробовик. Где? Не предел. Ты где там нашел? За мной бежит. А, в этом ящике сейчас посмотрим. Так, А7. Не, не надо, спасибо. Что это такое? Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Не знаем, что это такое, да. А так вот страшно. Очень страшно. Какие-то забавные спецэффекты. Ой. По-моему, его кто-то этот. Ура, победа. И очень хочется шифтами передвигаться. Ну, рывками, в смысле. При этих боссах. А тут такого нету. Узишка есть. Так, тут что-то Хикс. У тебя сзади целая толпа поклонников. Я чуть тебя не расстрелял. Вот я как раз таки не твой поклонник. По крайней мере, не в этом смысле. Хикса. Ай-яй-яй. Помогите, помогите, стрелите мне, ладно, я. Ну или как у меня. Мне шоу работал, ребята. Кто-то Нига сказал, что. Какая книга? Этот, да вот это вот. Дэйв... Ребят, у меня 64 хп, мне пипец. Подожди, где ты там есть? На тебе. Спасибо. Держи. Спасибо. От своего так сердца оторвал, чек. Да? Да, прям. Буквально носил. Долго ждал. Граната. Что-то... Что там, ящик? О. Банка с приманкой. Не, я лучше гранату возьму. Так, что там? Зачем здесь колючая проволока, интересно? А это этих самых зомбей в узких местах. Например, если ты знаешь, что на тебя сейчас побегут, ты можешь расставить ее. И они там будут удерживаться на ней. Да я понял, я просто... Зачем она здесь была? Вроде всех убили уже. Но я расставил на всякий случай сзади. Ну так он... Ёж, мне сейчас шагу назад, я не пойму. Да-да-да. Кто у нас... Кто здесь самый хитрый? Заград проволока. Так, снайпера сняли? Да, всех. Что там, мощный пидали зарядка, фигня какая-то. Так, у нас тут двое. Ай, блин, что за собака. О, я вижу. Дурак бегает. Спуск. Присядь. Ляг, отдохни. Но нам туда не надо.
Так кто тут? Жалко, инструментов нету. Почему? Там дверь. А у тебя есть? Я в магазин. Да, я их покупаю уже. Класс. Длинная. Может, скоростной магазин. Боевая мощь. Что-то шумовая, осколочная граната. 75 сдерживания от пуль. Даже не знаю. Подожди. Голографы есть. Короче, тут экспансивный есть. Если кому-то интересно. Экспансивный. Как снять этот улучшение с оружия? А вот никак, только там покруче есть штука. Экспансивную, которая сдерживаешь. Если нужно. А, это я знаю. А снять нельзя, к сожалению. Можно только. Можно только поменять, когда ты находишь что-нибудь. О. Там две береты есть, одна с красной этим, с красным стволом, если хотите. Забрать. Прицел есть. Угу, с большим увеличением. Я уже аймпоинт забрал. Коллиматорный. Угу. Сейчас я посмотрю просто, подождите. Точность минус 12. Спасибо. Не то. Ну извините. Так, кому патроны нужны? Нет. Так, тут этот дебил с рукой. Его уже нету. Дебил, его здесь нет. Ёкарный бабай. Сзади, сзади. А, все. А, туда надо. Нет, уже спереди. Блин, грязный, как свиньи, похожи на зомби. Кто это такие? Охотники. Да. А ты откуда знал? А вон. Я читаю мысли. Так, кто смотри, проскрип. Какой-то тут бельгиец лежит. Возьмем. Кого? Чего? Хорошо. МП5-ка, вот МП5-ка супер. Твоя любимая, да? Да. О, я вижу, там супер. У меня обрез лежит. И МП5-ка. Какая обрезанная пятка? Пятка? Обрезанная? Что? Да там два эпических оружия лежало, розовых, редких типа. Так, я сумку беру. Теперь тут есть самая колючая проволока. Вдаль километрит. Стрельба по ногам, самое лучшее, что я когда-либо видел. Пипец. Геймплей. Короче, мы следующую комнату зачистили практически полностью, если чё. Блин, я слова забыл. Например. Сейчас, подожди, как-то пелось-то. Ва, здорово. Ой. Здорово. Снайпер. Где? А, понял, увидел, уработал. Снайпер работает. Работал, отработал, переработал. А мир был счастливым, словно как сопля на стене. А мир был хорошим. Блять, забыл. Забыл. Классику рока, советского рока забыл. Как там было в этом самом КВНе? Папа, папа, а кто президент России? Ну, сынок, стыдно не знать. Папа, папа, а что с тобой? Стыдно. Ах,
Money. Блин, я вот за... я вспомнил сейчас Killing Floor 2. Честно. А нет, первый Killing Floor, вот это вот. Да, да. Money. Это я оттуда и помню. Что там такое было? О, тут бесплатная карта. Перепрыгнуть надо. О, пара. Дурочка. Да, дурочка на снайпе. Пошли. Да, тут у меня какой-то говнюк. А, нормально. А он появится. Ей, успех. Слаботов в безопасных комнатах не обязательно ждать, они там сами залетают. Да. А ты в КФ первый тоже гонял, да, раньше? Я? Да. Да. Раньше много зависал в него. Угу. Я помню, я в школе... Ты на Манекс не играл на сервере? Нет, я помню, я на школьных компах играл там вообще, пипец. Как понять, обналичены-то там черепа, это как вообще? Обналичены-то там черепа добирают... Ну, короче, тотемы черепа набираются в пещерах. Понятно. В этих... А, это вот которые вот эти, да, понял? На фиолетовых. Ну, там лезешь в говно, и там собираешь такие булавы черепа. А потом из говна. Да-да-да. Ну, короче, канализация в прямом смысле. Снова снайпера. В смысле этого слова. Так. Давайте я куплю. Здоровье, команда. Так, я выносливость купил. Так, у меня а есть... А мне что купить? Смотрите, у меня тут 984 монетки. Возьмите и купите что-нибудь хорошее. Плюс одна ячейка к инвентарю возьму. А зачем? Ладно. Тут, кстати, это... Боеприпасов много не бывает. Лечилка есть. Патронов много не бывает. Не бывает, да. Это да. Когда у меня друг говорил, да-да, пельмени лучше с майонезом. Хоть один человек наконец вспомнил. Так, кому мемы, мани и прочее. Неужели я встретил такого человека? Отдам все, что не использую. Да пожалуйста, держите. Мне надоело это таскать. Сбрось. Все, ребята, забирайте. Все освободились. А потом понадобится, да? Вот будет засада. Все, я забрал обратно. Сейчас подойду. Кто? Ты отошел? Да. Поехали. Хикс, что ты не лечишься, кстати? А, там аптечка, я не видел ее. Вот ты, блин, так бы ушел бы не лечены. Да. Yeah. Что дальше? А, нажать что-то надо. Слушай, дядя, жми на кнопку. Угу. Кто куда чего посмотрит? Come on, let's go. Come on, boy. Come on, boys, let's go. Shit, is that a camera? Yes, that's a camera. Yep. Полетели. Опа. 360 мувмент. Опа. Просто как нифиг делать. Сейчас пойду. Просто 360 мувмент. Так, это сзади. Так, кого-то надо освобождать тут. It's gonna blow.
Так, что-то у нас творится непонятно. А, это, блин, фигня какая-то. Опа! Я нашел, короче, этот. Кого? Золотой? Дигл. А, меня жрут. Ну ты, да, это самое, не поддавайся. Да вы рухните, ребята. О. Короче, у нас тут всякая фигня есть. Не понял, почему здесь сидит заключенный, а я размещаю ему взрывчатку. Не взрывчатку, а пластид. Взрыв направленного действия. Ну извините. Так. О, смотрите, это прикольно. I'll be back. Что-то у нас открывается. Сейчас систему земледелия применим. Lucky me. Здорово. Привет. Снайпера с зелеными лазерами. Усиленные все равно. Снайпера. А, чувак, извини. Ой. А вы там работал, что. Че вы там делаете? Я потерялся. Я понял. Он кого-то убил, что у нас из-за этого у нас этот. Орда началась. А куда нам дальше? Let's go. Это что у нас тут? Фигня какая-то. Так, фигня какая-то, фигня. Еще один ящик. Гранаты. Еще гранаты. Сумку я возьму. Кто здесь у нас светит? Баллон. Лазером. Баллоны я люблю. Я уже, по-моему, никто не светит. А я так и понял, что никто не светится. Ай, извините. О, надо здесь какой-то пулеметик. Стоит. Тут пулеметик есть, хороший. Ой, ребята, вы не представляете, где я был и что я видел. Я видел некоторое дерьмо. Эти самые Сибимс Глиттеринг Дарк, да? Дарк Сенс. И все эти моменты будут потеряны во времени, как слезы в дожде, да? Открываем. Так, разместить взрывчатку. Бимбу вот размещай. Так, что-то у нас таймер идет. Подозрительно, да? Очень подозрительно. Где грузовик? Какой грузовик? Нам надо сесть. Пипец. А вон там. Нам же показывается. Бля, а как я поменял? Вот. Блин. Неожиданно поменял пулемет на пистолет. Мясо. Что мне рожу царапаешь, а? Поехали. Что, грузовик Росгвардии, что ли? Конечно.
Че там, как тут? Все. Какой-то у него подозрительный окрас. А вы куда меня везете, ребята? Добро пожаловать. В отделение? Какое отделение, молодой мой? О. Пройдите все карты 5-го акта, но проведите ее против. Пик-пик-пик-пик. Боже, кто за рулем, ребята? Признавайтесь. А, то есть нас не выплюнуло еще дальше, зато понятно, ладно. We're just getting started. Do-do-do-do. Break for blood. Four. Yeah. Left for dead. Круто. Ей.